Друзья, всем привет-привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». Вова и Нина. Он сегодня довольный. Я ему обещала сегодня выходной. Но мы задумали купить машину, кофе, машину. Да. Поэтому что? Что ты задумал? Хрен тебе, а не выходной. Работы не было. Хватит. Майонеза сколько? Слил. Негры. Сама работай. Да-да-да. Это фраза такая. Так. Короче, смотрите, какая у нас вкуснота, у нас сегодня самса, у нас сегодня вот такая слива. Кстати, банан почистила, что-то он уже прям портится. Два дня полежал и вообще капец. Да. Да. Пара бутербродиков. Давай. Ну все, сделаем заставку. Халява не будет. Вот так вот. Так что вот, вон, смотри, дождик на улице. Мы тут обсуждали, короче, кофемашину. Думаю, что какую брать, не брать. А насчет вот этих это, кофе, я тебе говорю серьезно. Приходишь вот в кофейне, знаете, даже не кофейне, а вам надо, помнишь это, в шоколаднице? У них же там прям кофе продавалось. Они предлагали помолоть. В Вьетнаме тоже, когда мы там кофе покупаешь, они предлагали. Ну, предлагали мне. Это предлагали. Ну, просто. Если покупаешь, ну, в принципе, да, у них то есть. Ну. За жизнь тебе помоль. Да это не проблема, если помолоть-то. Он только спрашивает, как. Ну там мелко. Я, кстати, даже вот не разбираюсь вот насчет этого помола. Где какой лучше? Помол. Да. Ты вот разберешься? Я нет. А ты говорю, есть машина, которая сама молит. Там 13 видов. О, ну помол. Есть машина, вот смотри, которую вот мы заходим в магнит. Да? И там вот стоит такая вот здоровая дура. Там прям молоко стоит, и соски вот так вот, то есть, грубо говоря, да? И что? И она занимает... стоит 80 тысяч. Так вот я тебе говорю, она стоит... во-первых, она стоит 80 тысяч, раз. Я тебе говорю. Ну, а это во-вторых... уже как профессиональный, ну, а во-вторых, куда ты ее поставишь? У тебя маленькая... Она все делает сама. А тут, это она полуавтоматическая. То есть, эспрессо она сделает... А сама, а капучино придется тебе само делать. Угу. Ты что, я себя в грудь бил, что ты умеешь делать эту пенку так хорошую? Интересно, посмотри, бей. Я себя в грудь бил? Да. Ну, конечно. Ты так говорил, что я умею. Я говорю, что я пробовал. Угу. Шодик, ты говорил, там тебя все учил. Учил. Бусьбель. Да, это было. Не знаю, ну суть по тому, как они делают, не так что сложно. Там несколько раз делаешь и придратишься. А потом что? Потом профессию приобретешь. Кстати, позвонил Николаевичу, что ли? Сейчас покушаем, позвонишь. Конечно, звонил. Угу. Че, не видел, что ли? Угу. Ты же рядом была. Да, конечно. Я прям слышала, да. Что сказал? Не знаю, ничего не сказал. Идет, подходи. Вова, именно словами позвони, не пиши, а позвони. И спроси, когда подойти. Скажи, я совершенно свободен до четверга. Что-нибудь стало? Хотела посмотреть это, как там выборы прошли в Конгресс. У нас же очень многое зависит от них. У нас, понимаешь, от их выборов. Что-то еще там не прошло, видать. Там уже американцы орут. Путин вмешался. Уже? Еще выборы не прошли, он уже вмешался. Он уже вмешался, да. Помню анекдот какой-то мне писали. Наверное, не анекдот, а стишок шутливый. Помню на Дзене. Типа, во всем Путин виноват. Что бы ни случилось. Да, да. К сожалению, люди, такие существа, некоторые, которые в своих проблемах готовы обвинить всех, только не себя. А вопрос, а что ты сделал, что, чтобы было лучше? Ну да. Вот что ты лично, а не кто-то. Думал, день жестянчика уже близко.
Я не понимаю, то ли дождь, то ли что. Дождь. Не видишь? Мелкий дождь. Как изброс. А в Питере сегодня уже день жестянчика наступил. Ну, слушай, тоже было уже. Я еще не было. Мы думали, что будет ночью. Потому что страшный дождик шел. И ты говоришь, там что-то блестит. Сейчас минус, и начнется. Минуса не было. Ночью было плюс 3. Вот. Так что позже. Не, хороший суп. Уха прям. Из петуха. Классно. Кстати, мне вот писали насчет Зиги. Типа Зига, она ядовитая. Ничего она не ядовитая. Смысл в том, что вот Вовка нашел статью. Она портится очень быстро. И, соответственно, вот это вот. Я в первый раз. Да. Это в первую очередь удаляет. Ну, удаляет, если, например, долго лежит просто. Ну, если долго будете просто хранить, охлажденная. Хранить, если будете, то ее лучше убрать. Потому что она быстро портится. У нас рыбка свежая. То есть, которая свежевыловленная. Ну, немножко, да. Подморозил он ее. Фишка в том, что если ее вытащить и потом начать приготовление, рыба деформируется. Ну да. Потому что, по сути, как приготовить. Так скрутить или так, или эдак. Не знаю, я вот из детства помню вот этот вкус Зиги. Вот это вот хрустящее, вот это вот хряща по центру. Да, да, да. Хрустящий. Спасибо. Я тебе даже мяско дам. Ты его там выковыриваешь второй, а я тебе вот мяско там. Так низ. Не за. Это Зига была? Да. Это как хрящик. Косточка. Ну, мягкая. Да нет. Жестко. Я говорю, я с детства прям помню. До сих пор жива. Понимаете? До сих пор я, как говорится, хожу, это, выросла уже, не отравилась. Ой, там комментарий писаешь, скажешь, ой, лучше не жить. Ну, если не знаете, лучше и не вот писать. Вот с Оксаной тоже. Говорю, вот помой бананы. Она спрашивает, а зачем мыть бананы? Я говорю, ну, мне там в комментариях писали, говорит, сколько лет прожила, никогда бананы не мыла. До сих пор живая. Как так вышло? Бог да. Надо пережить. А зачем их мыть-то на самом деле? Не если знаю. Ты снимаешь эту шкуру и все. Ну. А может люди со шкуры едят? Те, кто пишут, наверное, они со шкуры едят. Да. Как эти? Обезьяны и то чистят. Реально. Это как яйца. Нет, тут понимаешь, фишка в том, что тайный заговор. Ты когда разбиваешь яйцо... Там все микробы бегут сразу туда. Нет. Это нож. Ты же это, в яйце, понимаешь, он внутрь может проникнуть. Сальмонеллез, все дела. Нет, кстати, вообще сальмонеллез и вот это вот яйца мыть, так, оно пошло от того, когда люди их сырыми пили. Да. Меня отец помнит, когда сырыми вот так отколупывал и пил прям сырыми. Тогда можете... Да. Спортсмены многие так делают. Прям сырые яйца. Спортсмены. Ну, они вообще яйца вот так едят. Вообще это делают пиццы. И певцы, кстати, да. Это размещает это голосовые связки. Ну, такое ощущение, что люди, вот, которые пишут, что моют яйца, там, причем они моют яйца, даже прежде чем вот и бросить их вариться, например, да, просто вариться. Да. Вопрос, ты в кипяток, да, ну, ты в горячей воде будет, там все убьется нафиг. Что там может, они кипят. Они варятся, ну, пять. Нет, просто такое ощущение, что люди бананы едят с кожурой, и яйца... С скорлупой. С скорлупой, да, которые вот это пишут. Я говорю, сколько лет прожила, никогда не мыла. И это, слава богу. Оксана, респект. Мы пока поживем. Обезьяны и то чистят бананы. Не, ну они моют, да. Знаешь? Им, кстати, надо мыть. А кто, обезьяны моют? Да. Обезьяны не моют их. Они их очищают от кожуры и едят. На, мне. Короче, живы будем, не помрем.
Не, если посмотреть Доктора Хауса, я помню, когда смотрел, там ведь настолько замудрено было. Там вот реально от немытого яйца могла вот какая-нибудь хрень произойти. Я помню, тогда там какая тут херня, вот такая, даже вот непонятно. И вот он догадывался, что с человеком было. Понимаешь? Я помню, когда смотрел, он весь сезон смотрел. Вот, видимо, кто-то нагляделся его, пишет. Наверное. В принципе, знаешь, она же микроволновка-то металлическая, мы же так хорошую покупали, дорогую. А дома, в принципе, сколько она? 3 килограмма весит? Да. Думаю, она выдержит. Ну, просто с другой стороны, куда ее ставить? Это просто единственное место, куда можешь поставить. И плюс она под высоте очень хорошо подходит. Там как раз даже еще 10 сантиметров потяжче осталось. Сколько? Ну тут вообще 45. Угу. Ну, чтобы дверь спокойно открывался и закрывался. Ну, до 40 сантиметров. 10 сантиметров чаще. Угу. А, опять это. Самса с внутри с. Софишку, дай пожалуйста. На руках не любит что-то. Я просто вот облизаю. У нас эстеты сидят. Сплошь. Сплошь, да. Не пойму. Не эстеты. Интеллигенция. Да. Вопрос, что они забыли на нашем трешовом канале. Значит, душа-то требует простоты, понимаешь, да? Чего-то такого. Угу. Кушать руками. Обрезать что-то. Вкусная. Значит, тайные их эти угу. Желания. На подсознательном уровне. Да. Это знаешь, как это? Вот этим. Как их? Задроты. Ну, задроты, маменькины сынки, дочки, там, ботаники, вот эти. Они очень любят. Знаешь, извините меня, смотрите, порно, извращения всякие. Вот они это очень любят, потому что как-то они это не могут. Но душа-то тянется, запретный плод сладок. Вот такой. Чем более человек такой, знаете, раскрепощенный, тем более он на самом деле скромный по жизни. Чем вот эти вот скромники, которые в тихом умыте. А он вчера, ох, зажег, ох, это все тихий-тихий говорит. А потом-то, ох, что было. Чао. Чао. Так сам причем камеру схватил. Представляете, сам. Схватил камеру и давай. Чтоб ты отвяла. Да-да-да. Иди сюда. Ты визжал как поросенок. Это ты. Визжун. Я почувствовала, он какой-то у него такой этот. Да. Ну ты можешь отгрызть ним там половинку. Ах ты. Ты сливу жопку взял? Двойную? Это вообще непонятно, что. Дай покажу. Отдам я тебе ее. Видите, какая? Двойная. Сливожопая. Сливожопая. Ну ты ешь ее теперь. Знаешь, когда делают сам сюда, раскатали вот такой большой, и потом ложечкой чай, такой, пинг, мяско. Угу. И всё, мяско. Ложечку чайной, да. Угу. Центр. На, подруги. Может, там кто пришлет обзор? Она проскидывает предложение. Мы такие крутые блогеры, понимаешь ли. Ну, конечно, прорекламируются. Странные какие-то правила там. Где? А, и все. Вот ты сегодня глядел. Якобы
Садрят паспорт, не принимает. Не, а подожди, а если, например, фотографии на телефоне, они тоже не примут? Я не знаю, мы тогда заселялись по загранпаспорту. Все нормально было. Где? Ты когда говоришь про Россию? Я знаю. Он говорит, в Сочи парке не принимает загранпаспорт российского образца. Ну и что? С какого фига? Это тот же документ, что и обычный паспорт российский. О, я также смотрел какой-то еще, знаешь что? Не имеет права. Значит, если они не примут, можно пожаловаться, их лишат вообще лицензии на них, если они так делают. Не в курсе. Не, ребят, я не в курсе. Это то же самое, что индийские права или еще что-то. Тем более они идут с биометрией. А то, что у них нету этого аппарата, чтобы определять, ну, это их косяк. Как так банан за два дня? Не за два дня, конечно. Но все равно. Почему так быстро портится? Он не портится, он зреет. Не, а вкус-то хороший. Да? Я бы грызла. Дынки только. Ты вспомни, что банан выделяет. На. Видишь? Он выделяет этот газ какой-то. Да. Который для созревания. Вот. И, кстати, вот мне правильно вот описали, что типа не клади в холодильник. Когда я положил в холодильник, он быстрее. И когда здесь, он тоже темнеет, но не так это. Может, в замкнутом пространстве. Может быть. Хотя, кстати говоря, банан кладут к фруктам каким-нибудь или овощам, которые хочешь, чтобы быстрее дозрели. Да. Например, манго. А ты сам, конечно, манго. Которые у нас раздают. Сейчас ждать. У магазина какого-то промо-акция, они на площади Горького раздают манго. Прям раздают? Да. Там прям глядел видео, там населенные манго дают. Египетский сорт какой-то. Аттракцион невиданной щедрости. Что это с ними? Не знаю. Кто их укусит? Ну это, видимо, один день был. И пару часов, пока они закончились. Там, наверное, выделили каждому по ящику и хватит. В ящике сколько? 11 штук. Маленькие манго. Вот мы-то большие взяли. На сколько лет? У нас, по-моему, чуть не 9. 11 килограмм. Нужно. Или, не. 10-11. 11, да. Но некоторые по 15 штук привозили. Я тебе говорю. То, что в зависимости. Я отглядел то, что на, блин, видео показывали какой-то. Да. Вот такой манго. Бахлан. Зеленые, правда. Мы из Египта такой же привозили. Они зеленые, с желтыми пятнами. Ночью ездили на машинке. Купили же. За манго. Как раз когда узнали, за, блин, 8 часов до. А мы что-то там вообще потерялись. Ну, думаю, что целый день перейду. Так нам там понравилось, что мы даже уезжать не хотели. Ага. Вот там реально тюлени отдых. Ну да. Не знаю, я вот что-то посмотрела. Тоже хочу опять тюлени отдыха. На недельку в Турцию посмотреться. Там, по крайней мере, нет дождя. Потому что здесь вот эта вот серость, отсутствие солнца, конечно, напрягает. Вот целый день. Утром встаешь, туча. Вечером, днем, целый день туча. То есть солнышко вообще не проглядно. А теперь так от весны почти будет. Ну почему? Будет показывать солнце. Зимой. Обидно. Выходишь, на улице снег. Вот снег, кстати говоря. И солнце. Снег красиво смотрится. Он когда вот, знаешь, отражает солнце. Беленькая вот эта, и вот эта вся красота. Но нам до снега еще хороших таких
сугробов еще далеко. Еще месяц как минимум. То и полтора. Да. Ладно, всех любим, всех целуем. Увидимся в следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Пока-пока.